Никушин Тихон Филиппович прошел всю Великую Отечественную войну. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Каждый год прихожу отдать память живым. Мертвым, которые отстояли Великую Отечественную войну. Вот, погибло очень много русского народа, не только русского, и всех национальностей. Так? Поэтому, конечно, честь им и хвала. Всех из дома выгнали, и находились наши родители в землянках. В деревне Поповка, и вот между рекой и деревней рыли землянки, и в этих землянках вот полутора лет находились они, жили, готовили себе хлеб.